Здравствуйте, меня зовут Маско Константин Николаевич. Я актер, мне 30 лет. Да-да, вы не ослышались, мне 30 лет, но здоровое питание, спорт снижает мой игровой возраст до 25 лет. Ну а щетина повышает мой игровой возраст до фактического. Мой рост 185 сантиметров, размер одежды 54, обувь 44. Я выпускник театральной студии «Образ», а также Московского государственного института культуры на актерско-режиссерском факультете. Мастерская Щекочихина Александра Григорьевича. Я являюсь мастером спорта, обладателем черного пояса третьего дана по карате. Я являюсь инструктором, я являюсь серебряным призером 7-го чемпионата Европы по карате. Мои театральные работы – это «Филатов», сказка о Федоте Стрельце Удалову «Молодце», роль генерала, а также Антон Павлович Чехов, «Три сестры», роль Чебутыкин Иван Романович. В кино роли в основном силовики, бандиты, а также герои-любовники и комические персонажи. Мои проекты в кино – это «Последнее испытание», «Глаза в глаза», «Презумпция невиновности» и так далее. Готов принять участие в вашем проекте.